компания впервые народные деньги объявляет акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. Народные деньги. Такого еще не было. Приграничный туризм и обеспечение безопасности стали главными темами международного круглого стола. Мероприятие прошло в рамках дней Уфсанурского аймака Монголии в Туве. По мнению участников обсуждений, состав круглого стола получился сбалансированным. Это региональные власти Тувы, Красноярского края, Хакасии, Уфсаймака Монголии, депутаты, контролирующие органы, занимающиеся обеспечением безопасности, ученые и туристические операторы. Главная перспективная цель – увеличить трансграничный туристический поток в два раза и в том, и в обратном направлении. Уфсаймак, находящийся на северо-западе Монголии, включает в себя 19 сумонов. Административный центр – город Уланго. Сейчас между Россией и Монголией действует безвизовый режим. В Туве за последние годы также увеличилось количество турфирм, расширился спектр услуг. Чабанов начали привлекать к предоставлению туристических услуг на правах турбаз. В целом туризм включает в себя практически все сферы – экономику, культуру, науку, спорт и безопасность. Предварительно известно, что вопрос развития туризма может быть вынесен на заседание Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которое пройдет в Туве в июле этого года. Глава республики, председатель Совета Сибирского соглашения уже объявил, что на встречу с руководителями сибирских регионов приглашены губернаторы приграничных аймаков Монголии. В минувшие выходные пограничное управление к столетию службы в России провела день открытых дверей. В этот день обычно закрытое для посторонних глаз управление организовало для всех желающих смотр боевой техники и показательные выступления по самбо и рукопашному бою. В честь векового юбилея нынешние сотрудники пограничного управления республики поздравили ветеранов-пограничников. В преддверии столетнего юбилея пограничной службы хочется выразить большие слова признательности нашим ветеранам, нашим сотрудникам, которые на настоящий момент проходят службу в пограничном управлении, их семьям, и пожелать всего самого наилучшего, чтобы все невзгоды были оставлены, и чтобы на государственной границе был всегда порядок. Во время службы у пограничников случаются самые разные ситуации. Так и Николай Кретов в далеком 1960 году спас жизнь члену экипажа итальянского судна. Однажды мы светили по графику, и вдруг идет в наших водах этот иностранный корабль. Вот, и я светил его. Осветил миганием, предупреждением, что покинул нашу водную территорию. Но он ответил тоже сигнальными знаками, вот миганием. Значит, он сказал, что я нуждаюсь в помощи. Мы связались с комендатурой в Корсакове, в городе Корсаков. Они выслали сторожевой корабль, выяснили по радио, какую надо помощь. Оказывается, член экипажа заболел этим, аппендицитом, нужна была скорая операция. Его, значит, этого больного садили, сделали операцию. Простояло, значит, 12 всего часов, и вернули его на экипажу, и это судно пошло по своим курсам. Отметим, что первое упоминание о пограничной службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит всея Руси Алексий послал благословение сторожам и станичникам, наблюдавшим за движением ордынцев. Последняя крупная реорганизация дореволюционного периода произошла в 1893 году, когда император Александр III образовал отдельный корпус пограничной стражи. Она стала самостоятельным родом войск.
В начале июня в Туве пройдет отборочный тур всеармейского соревнования «Военное ралли». Участники ралли из разных военных округов России уже прибыли в Туву. Сегодня около 100 военных посетили Национальный музей региона. Как рассказал представитель Центрального военного округа подполковник Дмитрий Некрасов, военное ралли будет состоять из 4 этапов. Индивидуальная гонка на КАМАЗах и Уралах 4х4 и 6х6. Огневой этап со стрельбой из пулемета ПКТ – также будут задействованы автомобили специального назначения «Тигры» и гонки с преследованием. Как отметили представители артиллерийских войск, во время проведения военного ралли в Кызыле будет организован большой салют из гаубиц. Трем регионам России, включая Туву, выделено 600 миллионов рублей на строительство спортивных объектов. Правительство России на своем заседании 22 мая рассмотрело вопрос о выделении денежных средств нескольким регионам для строительства спортивных объектов. По итогам заседания премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым выделил на строительство культурно-спортивного комплекса в Кызыльском районе Тувы более 110 миллионов рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 61 рубль 66 копеек, евро 72 рубля 12 копеек. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка «Фантовый бальзам Сулидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». В ночь с 26 на 27 мая на улице Магистральная города Кызыла произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода. По предварительным данным установлено, что водитель, управляя машиной, совершил наезд на пешехода – женщину монголоидной расы в возрасте 37-42 лет и скрылся с места происшествия. Очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении водителя и транспортного средства, просим сообщить по номерам телефонов дежурной части ГИБДД 566-11, 566-29. Анонимность гарантируется. Также госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с подпунктом 2.5 правил дорожного движения Российской Федерации водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, обязан незамедлительно остановить транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, принять возможные меры для оказания доврачебной помощи, сообщить о случившемся в полицию и ожидать прибытия сотрудников полиции. За нарушение данных требований в соответствии с частью 2 статьи 12.7.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации водителю грозит лишение специального права управления на срок от 12 до 18 месяцев или административный арест до 15 суток. В Туве началась государственная итоговая аттестация. Более 8 тысяч выпускников 9 и 11 классов в этом году пройдут государственную итоговую аттестацию. Основной период выпускных экзаменов начался уже сегодня и продлится до 2 июля 2018 года. 25 мая девятиклассники сдали аттестацию по иностранным языкам. Всего на экзамены зарегистрировались более 130 учащихся 9 классов. На английский язык 134, на немецкий язык 1 – и на экзамен французского языка – 2.
Для проведения экзамена задействовано 6 пунктов из 26. Напомним, что девятиклассники сдают обязательные предметы – русский язык и математику, и 2 предмета по выбору. Государственные экзамены являются обязательными для всех школьников. Только успешно сдав экзамены, выпускники смогут продолжить обучение в старших классах или продолжить обучение в колледжах или техникумах. В минувшее воскресенье в Туве закончилась декада, посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа. В рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ СПИД» Республиканский центр борьбы со СПИДом провел целый комплекс профилактических мероприятий. Акции, флешмоб с волонтерами, экспресс-тестирование на ВИЧ населения республики, уроки и лекции в школах и профессиональных учебных заведениях и многое другое. В завершении декады центр борьбы со СПИДом совместно с Центральной районной больницей и администрации Кызыльского района провели интеллектуально-творческий конкурс «Стоп ВИЧ СПИД» среди трудовых коллективов. В мероприятии приняли участие коллективы школы номер 2 поселка городского типа Кахем, Центр социальной помощи семье и детям, детский сад «Звездочка», молодые специалисты администрации Кызыльского Кажуна и коллектив Дома культуры имени Базырола. За время проведения всероссийской акции «Стоп ВИЧ СПИД» добровольное тестирование на ВИЧ прошли более 1500 человек. Универсам номер 19 по улице Ровенская, 8 в течение месяца проводил акцию по розыгрышу холодильника марки «Бирюса». Чтобы стать участником акции, нужно было совершить покупку в этом магазине на сумму от 800 рублей. Победителя ждал холодильник. Чем больше жетонов, тем больше шансов выиграть. Так, накануне в 15 часов в универсаме прошел сам розыгрыш. Помимо главного приза, участников акции ждали и другие подарки. Около 10 участников, обладателей поощрительного приза от 19-го универсама, были выбраны за считанные минуты. Номер 638. Ну а счастливым 10-м обладателем главного приза холодильника «Бирюса» стал номер 51. Сегодня мы выиграли главный приз магазина «Холодильник». Мы очень рады. Так-то моя племянница давно собирала своих билетов, и сегодня мы выиграли. Мы очень счастливы. По словам организаторов мероприятия, розыгрыши на этом не заканчиваются. Это только начало. Спешите в универсам номер 19 по адресу Ровенская, 8, приобретайте продукты, получайте жетоны и дожидайтесь следующего розыгрыша. Сегодня у спортивного комплекса имени Ивана Ярыгина развернулась ярмарка для огородников, где представлен большой ассортимент саженцев. В частности, здесь можно найти яблоню, черешню, груши и декоративные кустарники. Мы приехали с Улан-Удэ. У нас плодово-ягодные декоративные кусты, деревья. Есть и в основном все двухлетка. Это значит, что они быстрее идут на плодоношение. И вы не теряете один год. А девчата, получается то, что люди быстрее будут иметь плоды. На кустов, на деревьев, на цветов. Это все более ускоренные. И получается, деревья полукарлики, невысокие, они сибирские считаются, устойчивые к зиме. Приобретая плодово-ягодные и декоративные саженцы у проверенных фирм, покупатель получает гарантию, что посадочный материал качественный. Это немаловажный фактор. Также стоит отметить, что все саженцы привиты и морозостойкие, что очень важно для нашего региона. Кроме того, продавцы на месте проконсультируют всех по посадке и уходу за растениями. Вот прививка. И сажается вот так до привоя. Посадка идет до привоя. Вот, смотрите, видите, дерево? Вот это нижнее убирается, чтобы оно не опустилось. Вот именно вот это все. Вот до сих пор идет уже, получается, формируется крона. Посадка вот до этих пор, а крону оставляем 50 сантиметров от привоя, и дальше, получается, крона формируется дальше.
гости из Бурятии приглашают всех желающих посетить до 27 мая, включительно выставку-ярмарку, приобрести все необходимые саженцы и декоративные кусты для своего участка. Ведь каждой хозяйке хочется, чтобы летом на столе стояли свои свежие ягоды и фрукты. В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность без осадков. Днем, возможно, гроза. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +13 градусов. Днем +31, +33.